Арсен, с дебютом поздравляем тебя. Когда узнал о том, что выйдешь на поле? Да, спасибо большое. Узнал на установке, как и все. Вот, перед матчем. Вот так и узнал. Ну, были какие-то предчувствия, плюс все-таки были двухсторонки. Понимал, что выйдешь? Не, ну прям на 100% не был уверен. Ну, наверное, на предматчевой тренировке более-менее что-то наигрывали, было чуть-чуть. Ну, возможно, понимал, да. Насколько волновался, когда выходил на поле? К удивлению, не сильно волновался. Так, первым касанием все ушло, поэтому нормально. Вспомни тот момент, когда, в принципе, мог забить. Да, хороший момент. Миранчук мне дал передачу и принял, ударил. Наверное, надо было исполнять поточнее. Как тебе хорваты? Да, сильная сборная, очень качественная. Было тяжело прессинговать, они выходили. Ну, хорошая сборная. Как считаешь, счет по игре или могли все-таки выиграть? Да, могли. Были моменты, там 3-4 момента было, надо бы реализовывать. Неплохой матч, считаю. Уже проверил телефон, много народ тебя поздравило. Ну, еще до конца не успел, так от родных только. А так, я думаю, да, много будет поздравлений. Как тебе результаты в параллельных матчах? Словакия-Словения 1-1 и Мальта обыграла Кипр 3-0. Да, честно, на этом не зацикливаюсь. Там, сейчас пойду в раздевалку, посмотрю, что там по таблице, и все. Ну, покажи лицо человека, который дебютировал в сборную России. Не умею это. Просто улыбнись. Хорошо, спасибо.